Всем привет, друзья! Сегодня я хочу вам показать в действии использование вот такой вот спонжик коньяку. Что он делает? Он помогает нам очищать нашу кожу лица. Что мы делаем? Намочили лицо. И вообще он твердый. Когда вы заказали, он твердый. Когда вы намочили его уже водой, он такой вот мягенький и упругий. И что мы делаем? Наносим очищающее средство на спонжик. Лицо у нас мокрое. И начинаем вот такими вот движениями, да, очищать. Очищение очень важно в этапах по уходу за лицом, это самый важный этап. И если вы хотите ухаживать за своей кожей лица и начали с крема, да, то это неправильно. Правильно начинать с очищения. То есть для того, чтобы действовал крем, нужно, чтобы были очищены ваши поры, да, и чем более качественный подход вы выбираете именно к очищению и тонизированию, тем больше будет результат. Так, ну и вот этот такой спонж мне так нравится. Он такой, ну, нежный, он не сильно... ну, как бы сказать, грубый, да, такой хорошо очищает. Ну, мне очень нравится. Мне, я влюбилась, я вчера попробовала, я влюбилась. И смотрите, обязательно, если вы делаете очищение, нужно делать его или с кисточкой, или с щеточкой, да, или с аппаратом. Если у вас, например, нет аппарата, да, ну, потому что аппарат, в принципе, дорогой, тогда вы можете заказать вот такой вот спонжик, да, и утром и вечером вот помогать очищающему средству. То есть вот так, дальше моем, очень быстро смывается, очень удобно, да, вот. Помыли и смываем свое лицо. Кожа гладкая. Очень нравится. После ухода, после очищения, после скрабирования у нас на коже очень много омертвевших клеток бывает, да, и если мы не будем интенсивно очищать, тогда, ну, естественно, у нас будет и морщинки появляться, и другой цвет лица, и тусклость, да, и будет, ну, в любом случае, не тот эффект, который бы хотелось. Поэтому я рекомендую вот такой вот спонжик для очищения кожи вашего лица. В этом каталоге он по скидочке, обратите внимание, будьте красивы, пока-пока. Вот так становится мягеньким вот такой вот спонжик.